Здравствуйте, друзья! Сегодня будет очень интересное видео. Надеюсь, оно не затянется. С моими новыми покупками. Посмотрите, это зеленое мыло разведенное вот здесь. Вот здесь спирт. Ватные диски. Ну, в общем, весь инструмент готов. А дело было так. После отпуска мы заехали по дороге в теплицу, в Пушкино. Смотрите, какую красоту я себе приобрела. Теплица была практически пустая, но уйти оттуда с пустыми руками очень не хотелось, поэтому вот ребенок сказал, надо брать уценку. И там было немного уценки. Непонятно, выживет или нет, потому что, ну, вы сами видите, как это выглядит. Вот это уже все пропавшее. Как бы, как-то так. Это все нужно доставать. Что это за цветы, я не знаю. Мох я буду убирать. Возможно, оставлю в открытой системе. Вот, смотрите, тоже огромный горшок. Это троечка, наверное. Самый большой, который имеется. Так, горшки на выброс. Тоже корни пропавшие. Есть немного хороших корней. Ну и я считаю, что есть возможность орхидейку вытащить с того света, так сказать. Дальше опять большой горшок. Ну, это, видимо, какая-то сиреневая орхидея. Листьев практически не осталось. Но из того, что было там на уценке, это вот, наверное, самые более-менее экземпляры. Тоже пропавшие. Вот это вот мокрое все. Нужно это все убирать. Вот еще тут есть немного листьев. Что я хочу сделать? Я хочу снять чешуйки. Я для этого их смачиваю вот так водичкой. Хочу освободить корни от мха, потому что, ну, тут запах такой своеобразный, затхлый уже. И, ну, корней здоровых там шижда маленько. И вот последнее растение. Корней тут, конечно, очень много. Наверное, даже не получится вытащить. Поэтому надо разорвать и снять. Потому что горшочки эти, конечно, неудобны в эксплуатации. Их я выброшу. Так, и вот здесь шейку, опять же, длиннющую. Смочу старые чешуйки. Они так лучше отходят. Я сейчас эти орхидеи буду в ускоренном темпе обрабатывать. А именно, что я буду делать? Убирать мох, конечно же. Листики протирать ватными дисками, зеленым мылом. Что еще? Чешуйки обязательно сниму. И какие-то отсохшие вот корни. Это тоже уберу. Ну и, в принципе, наверное, все. Для вас это ускорю, чтобы видео не затягивалось. Мох выброшу, потому что он не очень хорошо пахнет. Thank you.
орхидейки я обработаю без вас, будет все то же самое. Не забываем о том, что нужно протереть листочки орхидейки. У нее тут изменение цвета листа идет. Это может быть по причине грибкового заболевания, либо же вредителей. Но целостность листового покрова не нарушена, поэтому я больше склоняюсь к грибковому заболеванию. И, соответственно, буду проводить профилактическую обработку. Конкретно замочу все орхидеи вместе с листьями в превикуре. Можно использовать любые другие фунгициды. Но у меня есть вот такое вот чудодейственное средство. И я им воспользуюсь обязательно, потому что здесь есть прям черные такие места, подгнившие на корнях. И прям посередине корня сгнившие такие вот. Веломен сгнил, а сам тяж, он здоровым остался. Поэтому я по возможности все корни сохраняю, пускай они, ну, испортятся в посадке, значит, испортятся. Но это будет хоть какое-то подспорье для быстрого восстановления орхидеи. Буду замачивать, еще раз повторюсь, целиком, потому что здесь вот есть чернота какая-то. Но перед посадкой просушу, конечно же, и такую орхидею можно сажать. Здесь достаточное количество корней. Нужно только подобрать правильный горшок, который не больше, чем нужно, да, а именно по размеру корневой. И кроме этого нужно подобрать грунт, видимо, с использованием мха. Будет кора с использованием мха, чтобы не этого мха, а моего мха, свежего из леса, чтобы орхидейке было более привычно это. Так, листики я протерла, можно шейку еще протереть зеленым мылом. Сейчас я без вас уже другие орхидейки почищу, потому что это очень долго, много времени занимает, а потом за это время подсохнут первые растюшки, и если время останется, я сегодня их замочу в превикуре хотя бы на полчаса, и потом ночку они у меня полежат и просохнут, а дальше уже я вместе с вами, наверное, их все посажу. У меня получилось растений 1, 2, 3, 4, 5, 6 растений. Да? 6, по-моему, растений. Ну, надолго не прощаюсь. Как все я их очищу, я вам обязательно покажу, что получилось. Прошло 3 часа. Первая партия орхидей замочена. Сейчас я ее достану. Последняя орхидея распотрошена. Вот они, две. Ой, самое сложное – это вытащить мох из орхидей, у которых полно корней. Вот через эти вот дырочки, несколько дырочек, методично на каждую орхидею потрачено по часу. А те орхидеи, которые вот здесь, которых было меньше корней, на них на всех тоже час потрачен. Поэтому продолжаем работу. Это я замачиваю, те орхидейки выкладываю, и ночью они у меня лежат вот здесь вот на подносе и сохнут. Мох я выбрасываю, запах, конечно, тут стоит ого-го, не очень. Все заходят и спрашивают, что это так воняет. Вот. Ну, как бы он уже себя исчерпал, он уже весь разлагается. А мох от вот этих вот вообще, ну, как бы совсем был старый. Вот целый пакет мха у меня. Здесь вот биокил, HB101 и превикур еще сюда я добавила, в эту баковую смесь. Ну, на этом я закончу сегодня повествование, потому что очень устала уже, и ночь за окном. Вот я там вам машу. Поздно уже очень, буду ложиться. В следующем видео, я думаю, что мы займемся посадкой. А в посадку я хочу добавить еще один компонент неожиданный, который раньше я к орхидеям не добавляла. Так что подписывайтесь, смотрите. В телеграм-канал тоже заходите. Там чаще новости бывают такие ежедневные. Ну и в принципе
Здоровья вам, сил и удачи. До скорых встреч!